Здравствуйте. Сегодня бы хотелось поговорить про блокаду большого затылочного нерва, когда она показана, насколько она эффективна и как проводится. Хотелось бы начать с того, что блокада большого затылочного нерва применяется при самых разных видах головной боли. При мигрени, при кластерной головной боли, при затылочной невралгии и некоторых других. Если мы говорим про ее эффективность, то в недавнем метаанализе было показано, что такая блокада довольно неплохо помогает пациентам, страдающим мигренью. Она позволяет снизить интенсивность головных болей, она позволяет снизить потребление лекарственных препаратов, обезболивающих, анальгетиков. Кроме того, у пациентов с тяжелым приступом мигрени такая блокада входит в клинические рекомендации как метод неотложного купирования, неотложной помощи для купирования вот этого тяжелого приступа мигрени. Если мы говорим про затылочную невралгию, то эта блокада является золотым стандартом, она является и методом подтверждения диагноза, и наиболее эффективным методом лечения этого состояния. Сама блокада проводится в асептических условиях, кожа пациента обрабатывается антисептиками, наносится стерильный гель, выводим необходимые нам структуры, это второй шейный позвонок, полуостистая мышца, нижняя косая мышца головы, и между ними мы отлично видим большой затылочный нерв. Благодаря ультразвуковому контролю мы в реальном времени можем видеть интересующие нас структуры и непосредственно сам момент введения лекарственного препарата, его распространение. Сама блокада занимает примерно 10-15 минут. Перед блокадой не требуется специальная подготовка. После блокады рекомендуется в течение суток соблюдать такой полусидящий режим, поконтролировать давление, не перегреваться. После блокады пациент находится под наблюдением в течение где-то 15-20 минут и может уже идти домой. Специальной какой-то реабилитации не требуется. Эффект обычно виден сразу, и он обычно продолжительный. Важно понимать, что большинству пациентов удается помочь и без проведения этой противоболевой инъекции. Зачастую достаточно скорректировать лекарственную терапию, научить пациента самостоятельно купировать приступ мигрени или другой головной боли. Если нужно, то подобрать профилактическую терапию, то есть направленную на снижение частоты дней с головной болью. В части случаев вообще достаточно просто коррекции образа жизни, добавление двигательной активности, избегание провоцирующих факторов, и это бывает очень эффективно. Такую инъекцию следует рассматривать как дополнительный инструмент в работе с частью пациентов, которым не помогают стандартные методы. Поэтому такая инъекция, на мой взгляд, является таким дополнительным инструментом, который помогает врачу работать с более сложной категорией пациентов и делать это максимально эффективно и максимально безопасно. На этом все. Всего доброго. До новых встреч.